Доброе утро, друзья! Вы на канале «Все для клёва». В очередной раз мы с вами выехали на речку Днестр. Сейчас середина лета, и мы приехали в очередной раз испытать кормушку от фирмы «Потап» при использовании гороха. Крайних два видео, если вы не видели, то посмотрите, насколько она эффективна, эта кормушка. Ну и третий раз хочется поставить жирный восклицательный знак о том, что стоит такой кормушкой пользоваться, и она действительно мега эффективна. Так, ну что, друзья, первая поклевочка у нас. Друзья, маленький карпик, грамм 300. Вот он, смотрите. Любит горох наш карпик. Но мы сейчас его отпустим. Хоть первую рыбу нельзя отпускать, но маленького карпика мы отпустим. Иди. Давай, 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 давай. Туда. Беги. Беги, Форест, беги. Друзья, между тем у нас вторая поклевка. Давайте посмотрим, что там есть. Побольше. Ну, друзья, это уже хорошенький. Так, друзья, значит, у меня есть такая кормушка, которая без отвода. Те, которые с отводами, они экспериментальные, пока не запускаются там в производство. А вот есть без отвода такая кормушечка, один в один. И хочется точно так же ловить, как на те кормушки, которые с отводом. Для этого можно его приготовить, этот вот, из обычной лески нашего удилища. То есть, как бы, для этого нужно буквально отрезать около метра лески и сделать скрутку. Вот так вот мы сделаем. И мы начинаем скрутку вот так вот. Подтянем чуть-чуть. Так вот мы делаем скруточку, примерно сантиметров 15. Вот так, достаточно. Вот такая скруточка будет. Надеюсь, видно. Теперь мы здесь зажимаем, лишнее отрезаем. Берем вертлюжок и просовываем в оба конца наши лески. Есть, вот он, вертлюжочек наш. Ставим его до места скрутки, вот сюда. И здесь привязываем его любым удобным для вас способом. Три,
Вот так. Мочим узел обязательно. Вот. Лишнее отрезаем. Все, у нас получилась такая скрутка. Вот, видно она. Теперь мы берем наше удилище. В данном случае у нас фидер хамелеон Silverfish от фирмы Anaconda. Вот наша основная леска. Мы продеваем кормушечку, леску. Одеваем силикончик, стопорочек и привязываем наш отводик, вот этот. Лишнее отрезаем. Получилась кормушка. Дальше стопорок. Он нужен для того, чтобы не разбивался наш узел об кормушку. И отводик. Все. И к этому отводику что мы делаем? Правильно. Берем наш поводочек с крючком и продеваем его петля в петлю. Туда. Вот так. Все. Еще раз крючок, отводик с петлюшком, стопорок и кормушка. Все, в принципе, готово. Будем сейчас испытывать. Для привязывания поводков использую вот такую вот зимнюю леску Jackson Крокодил Винтер диаметром 0,2 мм, разрывная нагрузка 7 кг. Берем нашу кормушку, засыпаем гороха, чуть-чуть прижимаем, еще насыпаем, прижимаем. Все. Так, где наш крючок? Вот он, крючок. И крючок одеваем горошину. Через две половинки. Так, это не подходит. Вот это. Вот так. Вот таким вот вариантом. Мы сейчас будем забрасывать. Так, друзья, у нас кто-то клюнул на наш импульс. Вот она, поклевочка. Ой-ой-ой. Хорошо. Глянем. Друзья, вот такой карпик, смотрите. А между тем у нас новая поклевка. Идемте смотреть быстренько. Так. Вот здесь у нас поклевочка. Вот тут. Сейчас мы ее.
карпика освободим с подсаки. Хорошенький. Ох-хо-хо-хо. Вот он, друзья. Есть такое дело. Поклевочка, друзья. Вот он, красавец ты наш. Давай, 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 давай. Все, домой. Поигрался, домой. Вот он, красавец, смотрите. Да, друзья, сегодня хороший денечек. Хороший рыбацкий день. Ветра нет. Вчера, правда, была гроза. Сегодня прекраснейшая погода. Очередная карповая поклевка, ребята. Есть очередной карпик. Друзья, очередная поклевочка. Смотрите. Хорошо. Друзья, очередной карпик. Друзья, очередной карпик на нашу кормушку
с нашей скруткой, которую мы с вами готовили. Красавчик! Опять на нашу кормушку, которую мы с вами связали. Друзья, главное условие, чтобы высадить карпа, это не нужно спешить. Дать ему возможность побороться. Пусть он устанет. Очередной карпик, друзья.
Есть, друзья, очередной карпик. Такой жиренький подлещик, ребята. Так вот карпики такие вот. В общем, за полдня у нас получается 10 штучек. Какие хочется сделать выводы по рыбалке? Что кормушка эффективна как с отводом, так и без отвода. Секрет, я думаю, в том, что горох дозированно выходит из решетки этой кормушки и тем самым придерживает наших карпов в зоне лова, поэтому они такие эффективны. Друзья, вы были на канале «Все для клёва». Если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всего хорошего, пока.